Больше 40 миллионов банок шпротных консервов выпустили предприятия региона в 2016 году. Это в два раза больше, чем производилось несколько лет подряд. Всего же в регионе выпускается 200 миллионов банок рыбных консервов в год. Только в прошлом году открылось 3 шпротных предприятия. В этом году рыбопереработчики рассчитывают довести выпуск шпротов до 70 миллионов банок. Развитие береговой переработки способствует увеличению добычи кильки и салаки в Балтийском море. Впервые российские рыбаки выловили 40 тысяч тонн шпрота и 24 тысячи тонн балтийской сельди. При том, что средний возраст рыболовецких судов на Балтике 4 десятка лет. Рыбаки нуждаются в современных малотоннажных судах для прибрежного лова. Нам, конечно, хотелось бы сконцентрироваться на судостроении и модернизации флота. Не хватает все-таки мощностей по Балтике, и мощности Калининградской области по судостроению тоже должны здесь быть задействованы. Для этого уже, вы знаете, на заводе «Янтарь» строятся суда среднетоннажного типа. Для Балтики в Светлом возродилась межколхозная производственная база, которая, по сути, строит новое судно.